Добрый день! Сегодня я вам расскажу, как приготовить самое вкуснейшее и полезное варенье из малины. Оно содержит большое количество витаминов, микроэлементов и салицилата, нестероидного противовоспалительного средства, которое так эффективно для профилактики и лечения острых респираторных заболеваний, коронавируса, сердечно-сосудистых заболеваний, нормализует иммунитет, давление, пульс, снижает температуру. Это варенье очень полезное, поэтому все, кто еще не приготовил его, обязательно рекомендую, чтобы дома у вас, конечно, было несколько банок малинового варенья. Для этого нам потребуется малина и сахар, больше ничего. Готовим один к одному, то есть 1 кг малины и 1 кг сахара. У меня здесь 3 кг малины. Нарвала малину и засыпала ее сахаром. Но сахар высыпал не весь, а всего лишь 1,5 кг. То есть 3 кг малины и 1,5 кг сахара засыпала и поставила в прохладное место на пол, накрыла тряпочкой часа на 3-5, пока малина не даст сок. Затем все перемешала и поставила на огонь. Довожу до кипения, периодически помешивая и снимая пленку. Кипятим не более 5 минут. Выключаем. Все. И оставляем на 5 часов. До полного остывания малины. Когда пройдет 5 часов, опять ставим на огонь. Доводим до кипения. Высыпаем вторую часть сахара, 1,5 кг. Все перемешиваем. И выключаем. И сразу же заливаем в банки и закатываем их железными крышками. Баночки переворачиваем кверху дном и ставим на полотенце и накрываем одеялом или старым пуховиком до полного остывания самих банок. Обычно это происходит на 3-е сутки. После этого, когда банки полностью остыли, вы их убираете в место, где будете хранить. Всем приятного аппетита! Не болейте, берегите свое здоровье!